Всім привіт! Я Саша Білов, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт в 100 Levels Game версії 0.0. Я навіть залишив на нього ссылку. Ну а в цьому є одно но. Ну, он Денисов. А с последним. Суть в том, что он... Вы знаете, в каком типе? В типе ZIP. Ну, ничего. Я сделаю видео, как это исправить. Вот. Мы появляемся. Вот. И тут есть 5 уровней. 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. И комиксу 0.5. Тут все уровни. И тут... Только 5. Версии 0.0. There are only levels от 0.0 до 0.4. Но комнаты сделаны. Больше ошибы. Вот тот сейфпоинт. А вот это нас телепортирует туда. И начнем. Вот. Вот нам нужно целиться в эту. Хотя... Я нашел баг. Так, все. Вот иногда может. Вот я нашел первый баг. Настолько две стрелы, как бы. А вам интересно, что делает вот эта штуковина? У нас ловушка, знаете почему? Вот. Вы сами увидели. Что этого штуковина делает? Лучше стрелять вот это. А вот комната это 0.0. И я шел ее легко. И дальше вот 0.1 комната. Вот spawn point. Вот. И тут куча сундуков. Кажется, что это сложно для вас. А вот для меня это легко. Вот здесь. Вот здесь лесенки. И нужно их экономить. Вот так вот. Как, например, я. Что это делает? Они ничего не выдают. Это было просто ловушка. Где там ничего нету. Нужно просто перелезть вот так. И комната 0.2. Вот. Вот оно. Вот. Правда, тут... Тут паркур уже, я бы сказал, бы ломать чужие мои, например, вот эти блоки и лесенки запрещено. Нельзя псуватые комнаты. Вот, я уже... Вот там вторая половинка. Вот я попытаюсь пройти эту комнату 0.2. Я читерить не буду, и я не буду заходить в те, которых еще не доходил. Вот так же я оставил под Денисом стримом ссылку. Ну, сломать их разит, но я вам скоро покажу, как это разархирировать. И я не хочу сильно копировать видео, поскольку... Ну, а делать сложно самому. А копировать не, я не хочу. Завтра. Ну, вы понял и прав. Это мне будет это показаться сложно. О, я уже дошел до сложного места. Вот как это вообще пройти? Я пройду эту комнату под номером 02 и дальше будет 03. Вот и... А потом босс. В комнате 0.4.
каждая комната чуть-чуть вверх. А это нулевая комната, ну, на высоте, ну, на высоте, не знаю, как там. В четвертом блоке. За моим нижним, до которого... Которого мне... Луки, должны на нем стоять деловачие луки. Вот, наверное... именно там, вот, и я там уже и ставлю дань. Как мне это пройти? Вот так вот, вот так вот. Давай это промотаем. Я только что перепрыгнул вот эти блоки и дошел до сюда. Главное бы пройти. Вот я опять дошел, вот и не включал. Геймод 1, но и мне не повезло дальше. Я играю на геймоде. 0. Поэтому ставить блоки могу. Опять. Я даже терпеть не могу. Я не хочу начинать уже с третьего комнаты. Читерить я не хочу, но при этом хочу это пройти. Но это невозможно, поскольку тут постоянно одни падения. Как до этой половинки другой дурацкой дойти, а? Ну как такое вообще возможно? О май год. Я нарешти то это прошел. Я на знимце зарабатываю. Я не читерил, запоминаю это. Просто я отрезал видео. Сколько будет скучно видеть эти прыжки. Я не использовал геймод, честное слово. Видите? Я его не использовал. И я не летал. Просто я трудился. Yes! Комната 03. Вот сейв поинт. Вот, посмотрите. Включи кнопку и... Вот. Давайте... Вот 03. Вот. И посмотрите, что там дальше. Вот такое. Вот. Вот. И тут нужно перепрыгнуть до сюда. Это, кстати, опасный уровень, поскольку можно упасть. И вы подумаете, что там в сундуке. И как это пройти вообще? И без лестницы. Ведь лестницы не нужны, поскольку для этого нужна просто золотая кирка. Чё золотая кирка? Додержит до вот такого момента. Оу. На одно использование хватило. Сейчас, как бы, нужно туда отдать все стрелы. Я в геймоде их стрячу. И просто, и на хапу сказала. И все золотую кирку выбрасываю. Она больше не нужна. Тут просто обычный скалолазание. И вот там дальше вот такой этап. Ну и как бы я это прошел. Вот последний уровень, который доступен. Там босс будет. Босс? Тут динамит идет. Правда? Взорвет? Не взорвало. Вот. Я попал. Тут не тут не этапах. Вот. Надо зацелиться и. Уф, не попал.
Отходим. А вот теперь нужно попасть сюда. Вот. Смотрите, что будет. Как мы пришли и этот. Вот босс остается все меньше и меньше. Вот сюда теперь нужно попасть. И мне тоже это получилось. Нужна лестница для того. Вот босса мы победили. Вот и тут теперь лестница появилась. Вот мы дошли до конца. Вот тут динамит. Вот и там что будет? Вот открыто путь. Вот мы открыли путь. Ес, мы прошли паркур. 5-й уровень. Coming soon. Там больше ничего нету. Добро на Цимус, если ошибилась. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И всем пока-пока!